Херсоне убит известный бизнесмен Игорь Пащенко. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета и скрылся. Охранник Пащенко ранен, сейчас он в больнице. По информации местных СМИ, у бизнесмена был конфликт с бывшим мэром Херсона времен Януковича. Это одна из версий преступления. О других сегодня в Киеве рассказал глава нацполиции. Перед брифингом мне доповідали керівники щодо наявних можливих робочих версій цього правопорушення. І єдине, що хочу сказати, що поки що ми не встановили точних мотивів правопорушення. У нас є декілька версій. Бізнес-інтереси, конфлікт інтересів з конкретними громадянами.